Строительство новой школы на улице Зорге должно завершиться через год. Планируется, что 1 сентября 2021 года перед главным входом школы на торжественной линейке выстроятся ученики и учителя, чтобы потом пройти в просторные светлые классы. А пока строительство в самом разгаре. Строительство школы идет в рамках НАСПроекта образования. Стоимость объекта 548 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает компания ТСК. Организация изначально взяла хороший темп выполнения работ, так что в марте опережала график на 7 месяцев. Администрации пришлось обращаться в правительство региона с просьбой перераспределить средства и выделить дополнительное финансирование. Начавшаяся эпидемия коронавируса поставила под угрозу продолжение строительства. На этот год было освоено 145 миллионов уже, и они стояли 145 миллионов. Но в связи с тем, что бюджет области плюс коронавирус внес свои коррективы, область своевременно не смогла сконцентрировать, дополнительно дать деньги, о чем было договорено еще в прошлом году с областью. Они говорят, не волнуйтесь, будете строить, будете получать деньги. В мае деньги закончились, и подрядчик проводил работы, исходя из уже закупленных материалов. Поэтому темп строительства снизился. По заверениям администрации, сейчас есть гарантия региона на выделение дополнительных 62 миллионов рублей. До конца года чиновники планируют получить на строительство еще порядка 80 миллионов. Область нам обещала эти деньги. Говорит, мы давайте постепенно будем вас дофинансировать. Они понимают наши проблемы, понимают то, что наши задачи. С поступлением денег подрядчик постарается наверстать упущенное время. Главная задача – до холодов поставить здание под крышу, подключить коммуникации, чтобы потом приступить к отделочным работам. Это позволит выполнить внутреннюю отделку помещений более качественно. Пока с трудом можно определить, где будут кабинеты, а где технические помещения. На первом этаже поставили окна, где-то даже двери, приступили к возведению второго и третьего этажей. Поэтому пока эта лестница ведет прямо в небо. Связки арматуры, упаковки утеплителя, металлические трубы и другие строительные материалы еще ждут своей очереди, чтобы занять место в новой школе, стены которой уже высятся над забором. Если сбоев с финансированием не будет, то вполне возможно, что объект сдадут раньше положенного срока. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.